Плату за проживание в общежитиях немного снизят, правда, не во всех вузах. Напомним, с 1 сентября этого года в силу вступил новый закон об образовании Российской Федерации. Тогда почти все вузы в разы повысили плату за проживание в общежитиях. На этой почве оренбургские студенты даже устраивали митинг на площади имени Ленина. Они требовали вернуть прежние цены. Тариф все же пришлось пересмотреть в связи с тем, что выяснилось, что вуз не имеет права включать в стоимость ремонт и содержание общежития, сообщают сегодня интернет-источники. Поэтому в Оренбургском государственном университете и Оренбургском педагогическом университете цены снизили на 200 рублей. Теперь студенты будут платить 820 и 800 рублей соответственно. В остальных вузах после повышения цены остались на прежнем уровне. В стороне остался Оренбургский аграрный госуниверситет. Там тарифы вообще не повышали и пообещали, что ситуация точно не изменится до начала следующего года.